участвуют и сейчас лидируют, опережая Алену Савченко и Робина Золкова на 3 балла. Вам, Александр, как их катание было в короткой программе? Вы знаете, очень понравилось катание, уверенно. Я думаю, что у них есть все шансы победить на этом турнире, завоевать золотые медали. Но также будем болеть за Юку Кавагути и Александра Смирнова. И нашу третью пару — Ксения Столбова и Федор Климов, который сейчас пока занимает 8-е место. Ну, давайте посмотрим. Мари Вартман и Аарон Ван Клифф, представляющие Германию на льду своей произвольной программой. Честно могу сказать, мне в короткой программе понравились и вот немцы эти, и понравились французы Дарья Попова, Бруно Массот. И очень здорово выступили Стефани Бертен, Андрей Хотрек. Это здорово, то, что такая острая, серьезная конкуренция. Может быть, еще, конечно, вот, например, у немцев, сейчас мы видели только двойную подкрутку, не самые сложные, не самые дорогие элементы, но то, что качественно как-то все пары пытаются подтянуться к лидерам, то ли чувствуют, что лидер досягаемый, хотя вроде бы и нет, то ли, я не знаю, просто какая-то вера в себя появилась у очень многих дуэтов. Ну, посмотрим сейчас. Немцы, параллельный прыжок. Да, ошибка у партнера на параллельном тройном прыжке. Ладно, больше не будем хвалить, а то перехвалим. Сальков, еще ошибку партнера. Ах, выброс Ридбекер. Хорошая высота, амплитуда, но падение у партнерши на выезде. Срыв поддержки очень обидно, конечно. Потеряли равновесие, и они сделали только один оборот. Надо продолжить собраться и продолжить произвольную программу. А вот Тодос внутрь хорошо. Очень хорошее положение у партнерши, низко, ко льду, близко. Сарки выбрал только двойной. Постраховались. Должен был быть тройной, естественно. Они сделали только двойной выброс.
Да, сил на короткую вчера странно, хватило. Знаете, Андрей, после такого короткой программы, успешного выступления, произвольно вообще непонятно. Уставшие, несобранные, переволновались, да вроде бы не было видно. Какая-то несобранная программа получилась в этот раз. Но дело в том, что они же пропустили всю серию гран-при нынешнего сезона, потому что травма была у Аарона Ван Клива. И чувствовалось, что, конечно, абсолютно какая-то сырая произвольная программа. Может быть, действительно успели накатать короткую, а вот с произвольной, что ли, не хватило времени на подготовку. Ну, а чем еще можно это объяснить? Они год назад были пятыми на чемпионате Европы и 14 место заняли на первенстве мира. А здесь все-таки 4,5 минуты, произвольная программа, множество элементов, два прыжковых, да. Ну, первая двойная подкрутка уже, может быть, что-то, знаете, может быть, какая-то болезнь, узнаем попозже, не хотелось бы, не желаем, конечно, этого, но вот двойная подкрутка меня как-то сразу смутила, вроде как сильная пара и двойная подкрутка. Вот двойной выброс дальше пошел тоже. Вот ошибка на параллельном прыжке, может, сбила просто. Ну, прыжки у партнера, конечно, ну, вот та травма, которая была первый план сезона, она и сказалась, потому что прыжки у партнера абсолютно отсутствовали. И было видно, что когда он заходил на сальхов, насколько он напряжен. Вот нам сейчас как раз показывают подкрутку, ту самую двойную, про которую вы говорили, вот тулуп, Александр. Да. Ну, под большим наклоном, конечно, начал прыгать. И, естественно, первый тройной прыжок сорвал, а второй сделали. Но это не параллельный, это, конечно, не тот вид этого элемента. Выброс Ридбергер смотрим. Вот тройной, видите, да, конечно, очень грубая ошибка падения. Ну, было видно, что там врубилось в лед. Да, ну, мне кажется, вот эти элементы их сбили, неудачно сбили, конечно, весь прокат. Срыв поддержки, хотя партнер, в общем-то, физически крепкий, сорвали поддержку не в темп. Это все какая-то несогласованность, которая вот чувствовалась на протяжении всей программы. Хотя видно, что технически пара очень сильно подготовлена и могли бы более достойно выступить. Хорошее положение на поддержке у партнера. Посмотрите, когда тянуты ноги развернуты. Параллельное вращение было хорошее. Вот видите, сами спортсмены недовольны выступлением. И наверняка не могут понять, хотя что программа, произошло. Знаете, мне кажется, программа очень неплохо задумана. Первая часть – это «Страсти Христовы», саундтрек фильма. А второе – музыка аудиомашин «Blood and Glory», «Кровь и слава». Ну вот мы видим 86-65, конечно, не их оценки абсолютно. Они за 100 баллов набирали. В общем-то, рассчитывали на больше. Сейчас они четвертые, а лидируют у нас Юга Кавагути и Александр Смирнов, которые обогнали по сумме двух программ Ксению Столбову и Федора Климова.